Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг. Прятки о Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки, только благодаря вам выходит эта серия, а еще у нас невероятный просто челлендж. Короче, ребят, мы включили сенсу, точнее чувствительность на мышке и в Майнкрафте на самый максимум. И я даже не знаю, как мы сейчас будем искать друг друга, но мне кажется, у нас все получится. Подожди, ты пока там в добрый путь выдвигайся, я про лайки напомню. Ребята, быстро! Все лайки поставили, наберем по 15 тысяч лайков и на моем видосе, и на Жекином, и сразу же выйдет следующая серия «Троллинг пряток». Вы ведь хотите? Хотите, ну, а лайки хотите. Нужно. Да, лайки надо. Так, я тоже включу. Давай. Куда идти? Подожди. А, все, я... Не, случайно твою карту. Опять на твою. Так. Короче, я потерялся. Да, челлендж у нас, конечно, дурацкий, ребят. Это на самом деле нереально будет сложно найти кого-то, если я вот так буду мышкой на миллиметр передвигать, а меня вот так будет колбасить, как сейчас колбасит. Но на это он и челлендж, поэтому мы попытаемся найти друг друга вместе с Жиндосом сегодня в серии. Да. Но перед этим, ребята, обязательно подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, быстро подписался и быстро нажал на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видоса, и также, когда у меня будет стримчанский. Также, ребят, реально не забывайте про лайки, это всего лишь одна секунда поставить лайк, кому не лень, а я для вас буду выпускать серии как можно чаще. Что у меня сегодня за карта? Аквапарк, много крутых всяких экстремальных горок, много рыбы. Не знаю, почему рыба вообще плавает в аквапарке, но не суть. Жеке надо будет меня найти. Я надеюсь, что у него не получится. А я его, как обычно, найду сразу же за одну секунду. Даже вот с такой ненормальной сенсой. Ну, короче, мы полетели, да, вот в эту сторону. Будем искать Жеку, а потом пригласим Жеку на мою карту. В путь! Евгений, я тут потихоньку выдвигаюсь. Так! Подожди! Я в дверь не могу зайти! Так, все, вроде. Давай, тебя жду. Ты понимаешь, чтобы мне вообще что-то контролировать, мне надо передвигать мышку на пол миллиметра, чтобы я мог нормально что-то видеть. Ну, у меня в принципе так же, Эдис, у меня в принципе так же. Спаунпоинт, так. В общем, смотри, Эдис, у меня сегодня карта очень. Да! Какая? Она прям такая ща! Ща! Ну. Да. Вот, в общем, сегодня на моей карте будет очень много рубрик. Там есть и способы, и снайперы, и попробуй не засмеяться, и даже троллинг. Как бы ты там путешествуешь. А, убили. Да я путешествую. Ща. Так, Евгений. Давай, ищи меня, заколебал уже. Я ищу, только где? О, ты что, ты серьезно, подожди, ты серьезно построил тут паркур, мать твою? Да, ну он очень простой, Эдисон, ты сможешь его пройти, я тебя уверяю. А, да, я прошел и меня убили, прикольно, так, хорошо, сейчас все будет. Я тебя сейчас найду, Жака, за секунду, чекаешь. Давай. А кто тебя убил, ты там кого-то тронул? Да, я, да твою-то мать! Жека, сейчас бы паркур строить с этим челленджем, нереально. Ну, я его проходил даже с моей резкостью, ты приходил ко мне, видел, какая у меня резкость, я его проходил. И причём с первого раза. С первого раза, да, он проходил? Да. Ну там супер простой паркур. Супер простой. Опа! Я тут тебя вижу, снайперок, смотрите, снайперок стоит. Да, снайперок. Ты чё издеваешься, мать твою? Я повернулся в окне, я выпал! Я даже... Я ненавижу этот челлендж, я его уже ненавижу, я тебе так признаю. Ты сюда. Да? Да. Нет, это не ты. А как... Ага! На самом деле... А, что? Ага! Забрался наверх, так. Я там кое-что забыл сделать, Эдисон, по-моему. Там наверху ты видел меня со снайперкой, ты меня можешь убить. Из меня выпадут патроны, но ты скрытил, пожалуйста, возьми себе еще снайперку. Я забыл, по-моему, снайперку туда положить. А, ты снайперку не положил. Ну прикольно. Да, я просто... А, то есть, подожди, то есть ты мне предлагаешь сейчас обратно возвращаться в эту башню, да? А, ну как хочешь, можешь не возвращаться, я просто... Ну ты, конечно, прям... Я просто никогда как бы не вижу, поэтому ты лучше его включи. Да, он у меня включен. Так, ну я, в принципе, взял снайперку. Давай, за патронами, ну. Сейчас все будет. Я возьму патрон, я тебя сразу найду. Ты жизненный снайпер, как бы... Да шо ж такие, Жек, это нереально проходить эту...
Ну ты уже прошел один раз, давай еще раз проходи. Я, конечно, очень, я честно тебе скажу, я очень стараюсь контролировать вот эту всю фигню, свою... Жека, тут вопросик, точнее, не вопрос, а факт, я не могу тебя бить. Почему? Не знаю. Майнкрафт лагает, как обычно, Майнкрафт лагает. Зашибись, ну можешь взять тогда еще и патроны. Так, я взял патроны, патрончики у меня, да? Патрончики у меня. Я слышу, как-то перезаряжаются, нифига ты Майнкрафт перезаряжаешься. Так, значит, где-то ты где-то рядом, где-то рядом. Да, может быть и нет. Так! Нет, может быть и да. Это... Да шо ж то таке? Так, да короче, шо ж вот это да, такие? А, ты еще хочешь, чтобы я с этой сенсой стрелял? Ну, хорошо. Ты на самом деле очень прикольно. Я даже про это не подумал. Чтобы я с этой сенсой, да, сейчас стрелял. Ну, да они же не движутся, понимаешь? Ты, Жека, на самом деле молодец, я тебе честно скажу. Честно тебе говорю, я забыл, что тебе сейчас стрелять нужно будет с такой же сенсой. Прикольно, прикольно. Ты на самом деле очень прикольно придумал, Евгений. Ну где ты? Я убил, знаешь, что тебя убил? Сакияма! Сакияма! Ша! Так. Что, ты попал по кому-нибудь? Нет, я еще даже не стрелял, я боюсь стрелять. Да, ну ладно. Потому что да, визеры всякие. Так, короче, я... На экран залез. А, тут, в смысле, так я на экране уже был. А, да, я его проглядел. Ну да ладно. Я уже там разочек один так побывал. То есть ты по стульчикам там залезал, да? Да, залезал. А, ну все. Было дело, да, было дело такое. Было. Случайно в лаву упал. Так, хорошо. Да. Да шо ты-то? Жека, я в лаву упал, да? Да, я в лаву случайно упал. А, ну ты молодец на самом деле, на полном серьезе тебе говорю, что ты молодец. А, то, что я в лаву упал, да? Да. Ты, конечно, хорошо придумал, то, что лава есть. На! Стреляй, да ща! Не-н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 е! Вот вообще суицидник спрыгнул с 5-го этажа, чтобы прийти и убить меня. Эдисон, я тебе такую дам подсказку. Ну. В лаве что-то есть. Не, поэтому я туда и стреляю, простреливаю все, что могу. Да, хорошо. Да. Только я тут ничего не вижу на самом деле. Да, я понимаю, все прекрасно понимаю то, что в лаве что-то есть. Но тут... А как ты хочешь, чтобы я туда забрался, если лава меня убивает? Значит, ты немножко не туда прыгаешь. Там не везде, не во всей лаве есть проход. А, не во всей лаве есть проход. Подожди, откуда я могу знать, где тут есть проход, а где тут нету прохода? Да даже не знаю, Лисон. Петух! Ёпперезате, как же это эпично было, Жека! Да, ну ты просто, я тебе говорю, ты снайпер от бога. Тут никто не поспорит, они сам. Просто вот так, просто знаешь, MLG 360, так па! Такой размер, ша! Да, приблизительно все так и было. Но, Евгений, у меня для тебя вот такое предложение на самом деле. Я хочу, чтобы ты сейчас помучился с этой сенсой. Не, я не буду. Ребят, спасибо, что посмотрели. Давай, отправляемся на мою карту. Пошли. Не, ну лайки должны уже поставить. Лайки, да, кто не поставил, встать обязательно. Я тебя жду. Та-ра-та-та, Евгений! Та-ра-та-та! Давайте, выдвигайтесь на поиск. Я тебе скажу, я не знаю, как ты с этим играл. Я не могу даже ровно мышку держать. Ты же я ровно держу, на миллиметр отвожу, я разворачиваюсь на 180 градусов. Твою мать! Так, я зашел на карту вообще, подожди. Я не знаю, я тебя уже жду, я тебя жду. Ой, подожди, я не могу. Ты ник включил? Я не знаю, вроде да. Включи ник, а то я тебя не вижу вообще. А не, я тебя вижу. Иди смотри, в жопу я с места сдвинуться. В общем, Евгений, я не знаю, понял ты или нет с этой сенсой, но ты попал в аквапарк. Это все очень здорово, конечно. Да, да. Все очень здорово. Вот это успокоить. Не надо было, чтобы тебя колпасило во время аквапарка. А почему? Подожди. Вот у тебя вот это просто пипец какой-то месяц. Я не знаю, как ты вообще в лаву так запрыгнул. Ну ты... Как Араган тебя опять убил. Ну ты понимаешь? Я не знаю, Жак, убери, может, сенсу в Майнкрафте, потому что это слишком жестоко, мне кажется, у тебя. Подожди, я не могу попасть на этот гиперспид. Окей, поставлю на 106. Ничего не меняется, Эдисон, это мышка у меня так делает, а не сенса. Сенса вообще ничего не делает почти. Ну, уменьши немного. Так, ну хорошо. Так. У меня очень крутой аквапарк. А на самом деле, как ты видишь, он даже бесплатный, потому что ты сюда забежал бесплатно, тебя пустили, и все хорошо. Видишь? Да, я даже вижу, что рыбки плавают. Хороший аквапарк, в котором плавают рыбы. Хороший аквапарк, в котором рыбы плавают. Это на самом деле очень хорошо, то, что рыбы тут плавают, да. Рыбы да. Это, в принципе, очень даже хорошо. Я согласен. Вот. Ну ладно.
Так, а на самом деле, я, конечно, бы тебя, хотя нет, тебе ничего не буду советовать, потому что у меня там есть очень такая большая, здоровая, желтая горка, но мне кажется, ты туда не сможешь забираться. Ты слабачок, ты туда не сможешь забраться, ты не сможешь туда забраться. Это все провокация. Это все провокация. Твою мать, чуть не упал. Это все провокация. Так, я поехал на лодке. Куда ты не поехал? Едет, что-то на лодке. Еду. Ну там, это ж просто там лодочка, там надо просто скатываться самому. Твою мать! Типа у-у-у, и на лодочке скатываешься, понимаешь? Какая, я думал, какая разница. Нужно попасть на респаун, попал. Попал на респаун, так. Горочка у меня очень крутая, желтенькая. Крутая желтенькая горочка у меня, да. Что ты там ломаешь? Какаракан паршивец, конечно, паршивец. Я раньше сломал? Да, ты сломал невидимые блоки. Ага. А, вот я крутой, конечно. Ты нет, так, ну если бы ты был рыбой, это было бы как-то слишком жестко. Я не попаду по этим рыбам. Так, ну на самом деле, да, на самом деле, да, это слишком жестко, если я буду рыбой, да. Я с тобой согласен. Да. А, то есть все-таки ты. Я не рыба. Где летает? Че летает? Ага, опять какараган летает! Жека, короче. Ты на самом деле, я тебе открою страшную тайну. Страшную. Ну. Понимаешь? Ты должен меня найти на этой карте. Да я не, я не просто так бегать, понимаешь? Найти меня, найти тебя должен. Да, ты меня должен найти. Не в бассейне купаться, не на горочках спускаться, а меня найти, понимаешь? А, ну это конечно, да. Это я с тобой. Это факт! Это факт! Поэтому давай ищи меня. Я вижу, как ты там бегаешь возле. Так нет, ты не туда забираешься, там можно по лестнице забраться с другой стороны, как обычные люди. Хочу так. Ну ты вообще необычный человек, как я. Я не смогу ровно мышку держать, подожди. Я просто прыгаю. Просто прыгай, да. Прыгай, ну ты прыгай, да. Так, этого я не могу бить. Паука. Да. Да, вот на самом деле, рыба в воде — это очень банально, согласен? Да, рыба не в воде — это не банально. Я не знаю, что тебе банально, что ты рассматриваешь под банально или не банально, но мне кажется, да. Мне кажется, да. Ну да, только я тут почему-то рыбу не могу бить, которая не в воде. Ну ладно. Так. Да. Это печально, на самом деле. Не, подожди, это не ты, я не могу это бить. Да, ну хорошо. Значит, это не я. Кто его знает? А может я, а может не я. А как тогда, если я тебя бить не могу? А, ну значит, не я, да. Ты меня раскусил, ты меня честно раскусил. Это не я. Это не я. Подожди, вот рыба, да. Я не попадаю? Не, это не я. Дам тебе подсказочку. Ну, рыба в воде слишком банально, как-то да, я согласен. Подожди, а рыба, которая не в воде, а где-то по суше ходит, ну мне кажется, это вообще не банально. Да. Рыба не в воде, это не банально. Да. Рыба, которая там бегает по суше, это очень странно. Никто на самом деле не видел, как рыба бегает по суше, даже я. Хотя я вижу прямо сейчас, но хорошо. А может это мертвая рыба? А кто его знает? Что ты там мне какие-то странные какие-то вещи говоришь? Я согласен, рыба, да. Да блин, я ничего не понимаю, Дисон, подожди. А ты вообще, хорошо, такая подсказка. А ты видел летающую рыбу, которая может забираться там, допустим, на стену, на деревья, на горку или еще куда-то? Видел такую? Не видел. Да, а вот у тебя есть эксклюзивный материал, чтобы засняли для своего влога, увидеть рыбу, которая умеет летать. Рыба, которая собралась. Что такое говорит вообще, вы знаете, ребята, я иногда его не понимаю. Почти всегда. Так, да. Рыба, которая летает. Ты что, совсем там с ума сошел? Рыба, да, чё? Рыба у него летает. Да, рыба летала, ты ее не увидел. Но она не летала, она просто на суше где-то. Рыба на суше. Какая нахрен рыба на суше? Ты вообще... Рыба на суше. В смысле? Это не я поехал, это эволюция поехала. Рыбу на сушу, прикинь, закукошила. Я сам охренел, на самом деле. Не одну утку, а нет, одну утку. Да. Твою мать! Чуть из Майнкрафта не вышел, нажал на тайтл скрин. Ну не надо, не надо. Так, подожди. Так, подожди, рыба, которая где-то не в воде. Мне кажется, таких рыб на самом деле в мире очень мало. То ли одна, то ли две. Но их самое сложное — это их найти. Одну я нашел. Да. Это был не ты. Это был точно явно не ты. Вот вижу, еще вторую падал. Это по-любому ты. Сейчас от меня будешь убегать, наверное. Давай. Давай, убегай! Да не! Да собака!
Ну хорошо, да. Ну я тебе уже столько подсказок давал, потому что это чересчур на самом деле. Ну хорошо, ладно, ну ты справился. Незаметный пипец. А, ну я просто в другом месте был, я выбежал на самый верх деревьев, ты меня заметил. Да. Вообще в другом месте был. В общем, ребята, в первую очередь пишите в комментариях, какие новые челленджи вы бы хотели увидеть. Вы сами можете предлагать челленджи. И, конечно же, не забудьте про лайки. А что про лайки, Жиндос? Про лайки. Ставить нужно лайки, ставить лайки. Надо ставить лайки. 15 тысяч лайков на обоих видосах и сразу же выйдет продолжение. Вам несложно поставить лайк, а нам для вас будет несложно забабахать новую серию Троллинг Прятки. На этом мы будем с вами прощаться, то она сейчас тащить уже начнет с этой сенсой. Ребят, спасибо вам огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока. Десидос.